тучи по небу плывут, на крыльях печали разлуку несут. Еще одно лето простилось со мной, смахнув на прощание косынкой цветной. Зачем это лето в снегах я ждала? Зачем я рябиной весной цвела? От нежных объятий осыпался цвет, и недолгим любви оказался рассвет. Добрый вечер, уважаемые телезрители! Телекомпания «Москва и Восток» продолжает прямую трансляцию, с праздника Дня города. Итак, вас ждет впереди еще концерт. Много звезд эстрады, местных и приезжих. Смотрите нас, будьте вместе с нами. Итак, мы напоминаем вам, что спонсором прямой трансляции является СК «Центрострой». Мы работаем ежедневно, без выходных, с утра до позднего вечера. Только у нас индивидуальный подход к каждому клиенту. Наша работа начинается в инженерных и дизайнерских отделах и заканчивается уютной лужайкой вокруг дома. Мы не претендуем на исключительность, но строим мы жилье очень хорошего качества. Жилье, построенное нашей фирмой, не зажато рамками типовых стандартов. Мы работаем сегодня, чтобы обеспечить ваше уютное завтра. Мы работаем с каждым клиентом от звонка в наш офис до ключа от дверей его квартиры. Наша цель – строить жилье быстро, на уровне современных требований для всех социальных групп. Теперь все нормально, берите наше жилье, не ошибитесь. Строительная компания «Центрстрой». Ваши аплодисменты и следующая песня, девочки. Вот так Рюту вас поздравляет. Распрягайте лошадь. Российский конкурс Сологубова Олеся. И ваши аплодисменты девочкам, замечательно пели. Олесь. А ваши аплодисменты такой девчонке.
Спасибо, аплодисменты ваши, не слышно которых. Посмотрите, посмотрите, какие талантливые, замечательные русские, красивые артисты. Поклон, ваш поклон, поклон, пожалуйста, это молодежный центр, они представляют. Несмотря на холод, они вот так решили красиво одетыми выйти. Спасибо вам большое, огромное, таланта вам не занимать и успеха вашей. Вы знаете, ну вот сейчас вы видите здесь плакаты «Балтика», «Балтика», она с той стороны «Балтика», «Балтика», есть «Балтика», она и в Африке. «Балтика» у нас сегодня, даже африканцы будут выступать. Вот. Но только после, да, готовится выступление африканских ребят, загорелых, вы еще их увидите. А сейчас вот готовится выступление «Балтика», кстати, готовит и дарит на, в День города замечательного певца, если сказать не больше, одного из просто легендарных певцов, Александра Иванова. Он готовится сейчас выйти сюда на сцену, потому что, вы знаете, ну когда-то он работал в Америке где-то, а сейчас вот приехал в город Риутов. Риутов есть Риутов, так же как Балтика, Балтика, Африка есть Африка. А я не слышу ваших приветствий. Как Александр Иванов может выйти без подготовки, пока, говорит, еще не может. 3 минуты, 2 минуты. Где-то у нас там был еще этот Сергей, пусть выйдет сюда на секундочку с гармошечкой. А вот у нас товарищ, пока Александр Иванов готовится, проверяет ваши возможности. Ну-ка, пожалуйста, что-нибудь... Сергей, пока ребят 5 минут там готовятся. Да-да-да. Вы готовы все? Не слышно. Ну, я не имею, как бы спрашиваю вас, вы готовы кричать, вопить, танцевать, жевать резинку и поздравлять город? Вот давайте пока вместе с вами сейчас Александр Иванов готовится, его группа настраивает живые инструменты, а мы с вами споем «Риутов», «Але-але», пошли! Шо? «Риутов», «Але»! А вы знаете, что футболисты города Риутова вышли во вторую лигу, знаете, да? Не слышно? Тогда громко «Риутов» чемпион, пошли! Такие зажигательные люди здесь живут. Вы же нас на подвиг зовете. Алексей Глызин вышел в холод, в дождь, в маечке такой и стал петь перед талантливыми людьми. Потому что ни один артист не может быть талантливый, когда нет талантливой публики. Вам аплодисменты! Ну вот пока, смотрите, сколько аппаратуры несут сюда ребята из Александра Иванова, поэтому... Давайте попляшем, пока Александр Иванов поднимается. Можете вот так, прыгнули, ну, еще раз. Пошли, музыка! Опа! Мальчишки, мальчишки! Готовы, да? Молодцы, ко всему готовы.
и один из самых, можно сказать, популярных, прекрасных, замечательных артистов российской эстрады Александр Иванов. Добрый вечер, ребята! Мы вас поздравляем с Днем города. Хочется пожелать вашему городу процветания, побольше теплых зим, всего самого вам хорошего. Мы надеемся, что наши песни вас порадуют, а я хочу выпить за ваш город. Со много лет стыкнул с души похмелье.
Качает ветер тени, тени фонарей слепых, а на мостовых шорох листьев сухих, и немного счастья на двоих, и немного счастья на двоих. Thank you.
придавил листву, башней тучу проткнув, моет Останкино. Люди спешат в метро, я ж через лужи вброд, в бар, где бармен нальет в тонкий стакан вина. Дождь на Тверской, Ленской, в Филях и на Щелковской. Дождь завладел Москвой, словно Наполеон. Птиц перелетных клин, это прощальный свин. В баре бармен своим в долг наливает он. В сумочке Стивен Кинг, в плеере плачет Стинг, на губах легкий дым и огоньки в очках. Вермута и зонтов в облаке терпких духов. Осень пришла в Москву. Пивоваренную компанию «Балтика», которая устроила для вас этот замечательный праздник.
и также благотворительный международный фонд, который сегодня представляет Оксана Гринда. Лично ее хочется поблагодарить. И вообще хочется поблагодарить всех тех людей, которые сегодня устроили этот маленький праздник. Мы надеемся, что этот праздник согреет вам сегодня всем сердце, и несмотря на погоду, вы все-таки сегодня будете немножечко более счастливые, чем обычно. Следующая песня новая. Песня эта называется «Мечты». Давай, давай, Реутов, поднимайся, эй! Хотим вас увидеть всех, эй! Была написана много очень лет тому назад. И эта песня напомнит вам всем
о том, что мы когда-то были немножечко моложе и немножечко счастливее. Песня называется «Я буду помнить». Как уплывают от причала корабли.
Ну что же, следующая песня называется «Риэлтов тоже является частью Вселенной», не правда ли, эй? Бледный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный, и та, что согласна ехать со мной, тоже является частью Вселенной. Спасибо, ребята! С праздником вас, дорогие мои! Ну что же, у вас сегодня очень много будет замечательных артистов выступать, а нам пора ехать в сон. Я вижу небо, в нем тишина, я поднимаюсь к небу, еле дыша, и вдруг понимаю, это во мне душа. Странное дело, это моя душа. Я и не верю.
Всем процветания, дорогие мои. Это напряжение падает, Александр, напряжение. Александру Иванову! Компания «Балтика»! Еще аплодисмент, Александр Иванов! Легендарный! Будьте счастливы, дорогие мои! Дай Бог вам всем счастья и здоровья! Эй! С днем города! Ну, выключите, пока Александр не ушел. Вы знаете, у нас очень много здесь сегодня будет еще. А сейчас я хочу вам представить вашему вниманию очень удивительную группу. В отличие от нас, она очень загорелая. Итак, африканская группа «Конго». Вот ребят выходят такие бледные, под дождем. А мы все кричим им: «Африка, ура!» Музыка!
Музыка, поехали! Ребята, готовы? Они готовы! Мальчики, любите девочек, а так! Пусть не запомнились.
Старинная года. Атас! Давай, 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 Атас! Давай, Рю, давай! Руки выше! Атас! Руки, руки, Атас! Выше, выше, выше! Атас! 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 До утра не погасит окошко, Белзим рог и ворота нестяк. Пресловутая черная кошка сам боится она все ребят. Белзим гуров и ворота сарапо Заслуживу бая ордена. После мирного дня трудового будь спокойна, родная страна. Атас! 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 Танцуйте, мальчики, любите девочек. Атас! После запомнились нас. Марина Ягода. Атас! 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 Танцуйте, мальчики, любите девочек. Атас! После запомнились нас. Марина Ягода. Атас! 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 Спасибо, спасибо. Вам что сказали? Танцуйте, мальчики, любите девочек. Поехали! Вот говорят, новые русские есть. Что? А это новые африканские ребята. Аплодисменты ваши. Встречайте. На полоне траву Зазбор скосили И при этом напевали Старые слова. А нам все равно, Коза и славы, Бога и славу. Вчера есть у нас и самый желтый час, Не ваши буду, Козим три траву. А дубы кальжуны, Все так в тумане, У багани болот, Все так не встают. Какой зайти траву, Три травы на поране, Все быстрее, Песни купают. А нам все равно, А нам все равно, Коза и травы, Борка и траву. Травы будут то, Что три раза в год, Сами же кричат, Восемь три траву. Африканский проект Андрея Горбатова, группа Конго. Вот такие зайчики, даже уронили микрофончики. Ну ничего, бывает, бывает, ребята. Поаплодируйте, они же все-таки в Конго скажут, какая публика в городе Реутово. И нам с вами не все равно, мы ставим микрофоны. И я хочу вам с удовольствием объявить, что сейчас перед вами выступит один из, ну, слово известных для него, наверное, маловероятно, это просто великий композитор и певец Вячеслав Малежик.
Добрый вечер. Малежик, микрофон. Ну, Малежик, значит, кстати, шнурок дайте мне, пожалуйста. Нет, вы пока мы готовимся, поаплодируйте хотя бы. Вячеслав Малежик, вас не слышно? Да вам слышно, все нормально. Вячеслав улыбнулся вам. Ребят, я попробую попеть живьем сейчас. Пока не смерзну, буду петь живьем. Не надо, ничего. Я сейчас шнур даду. Шнур дайте для гитары. Тишина-то какая. Аплодисменты. Эй, что? Сейчас дам, подожди, дай мне ключ тут, тогда давай буду. Раз. Чё свистит все? А можно сделать, чтобы не свистело все на свете, а? Погромче гитарку дайте свистит мне, пожалуйста. Свистит, да, дождя у нас. Да я не знаю. Слышно меня, нет? Эй! Реутов, слышно меня? Не надо так. Ребят, секундочку. Не надо такого верха на гитаре. Ну, свистит гитара. Понижим. А ну, руки вверх поднимите, ребят. Все. За рекою белый дом в облаках витает. Вверх руки, до утра в окне твоем огонек не тает. Мне бы лодку раздобыть энергичней, да не в ночь затея. Мне бы речку переплыть, плавать не умею. Реутов, руки вверх, глубоко, как брод не перейти, а любовь река глубже не найти. Рухнув в синеву, только позови, а не доплыву, утону в любви, утону в любви. А река волной грозит, как любовь неволей. Верный друг мне вслед кричит: ошалел ты, что ли? Доплыву, не доплыву, страх меня не гложет, и на помощь не зову, кто ж любви поможет. А ну хлопнем все вместе, ребята, хлопнем. Глубоко, как брод не перейти, а любовь река глубже не найти. Рухну в синеву, только позови, а не доплыву, утону в любви, утону в любви. Вот и берег твой крутой, белый дом над яром. До утра соперник мой мучит гитару. И стою я у реки, головой поникну, утопиться бы с тоски. Да ведь только ж выплыл. Глубоко, как брод не перейти, а любовь река глубже не найти. Рухнув в синеву,
зови, они доплывут, утону в любви, утону в любви. Да ладно. Так сейчас заберу тебя в милицию, да? Ребят, хлопните меня в такт, ребят. Энергичней! Дай гитару погромче. Я бы собрал всех вместе сыграть любимых Битлов. У нас не группа, песня, то, что приходит из снов. Но, боже мой, как по лицу, и нету сил, нету слов. Я бы сорвал зубами твой ослепительный стан. Я бы сорвал зубами твои одежды, как фан. Эй! Но, боже мой, как по лицу, и хоть садись на стакан. Катитесь все демократы, катитесь все рефераты, катитесь реформы и цены, секс-символы и супермен. Мой плюс, мой плюс про плюс. И я пою мой плюс, мой плюс, мой плюс про плюс. Соло, как будто на саксофоне. Телекомпания «Москва и Восток» продолжает трансляцию праздничного концерта с центральной площади города. Вы не подумайте, что если придете сейчас, то опоздаете. Совершенно нет. Артисты занимают очередь друг за другом, они не собираются уезжать. И Александр Иванов еще здесь. И Вячеслав Малежик будет петь долго-долго. А трио «Негры» решили поселиться здесь у нас в Реутове. Ждем вас, приходите на площадь как можно быстрее. Честно говоря, даже не знал, как.
Я познакомился здесь с Сережей Подсунцевым. Мы сейчас попробуем сыграть мою старую песню, которая называется «200 лет цыганка мне жизни нагадала». Возьми микрофон, дай второй микрофон. Ребята, у нас все это без репетиции, поэтому если вы нам поможете хлопками, то будет классно совершенно. Жизни чаши полны, сытость без хлопот. Но благодать 200 лет, так как же это мало. Нагадала б ты мне лучше счастье хоть на год. Нагадала б ты мне лучше счастье. Реутов хлопнет, нагадай мне, милая, о любви тревогу. Нагадай в глаза врага. Мне жить на куковала, что меня обрадует, знал наперед, но благодать 200 лет, а как же это мало. Нагадала б ты мне лучше счастье хоть на год. Нагадала б ты мне лучше счастье хоть на год. Нагадай мне, милая, о любви тревогу. Нагадай в глаза врага, смело загляни. Жить на свете много лет, это дело третье. По тоске, ну что ж у вас творится, все свистится. Сергей Подсунцев, браво! Ребят, здесь все свистит, и так холодно, что я прибегну к помощи. Я хочу прибегнуть к помощи фонограммы, поэтому давайте танцуйте. Следующая песня называется «Любимые песни нашей компании». Руки вверх! Помогаем хлопками мне. Ну что, поехали, что ли, нет? Там еще не все в порядке. Там все вырубилось, ладно. Закатилось красносолнышко за березовый настил, а Митяй чужую женушку в рощу белую заманил. Хлопаем. В клубе стареньком идет кино, а у сторожа опять запой. Прозевала ты Эх, Зибакина, и свидание над рекой. Я, кстати, хотел вас пригласить 3 числа. У меня будет в Дворце культуры «Меридиан» концерт.
Так что приходите ко мне, послушайте в нормальных, теплых условиях. Когда-нибудь ничего ломаться. Прагу выпили до донышка. Готовы, да? Ну что, готовы, фонограмма, давайте танцевать. Мы собирались, не считая друг друга. Мы пили вместе портвейн, всегда открытая дверь, и сигарета словно песня по кругу. Руки вверх! Мы пили вместе портвейн, всегда открытая дверь, и сигарета словно песня по кругу. Песня называется «Я он, она и Битлз». Она как ангел во плоти, у нас любовь, все такое, но третий лишний рядом мной, и от него нам не уйти. Но это просто беспредел, ведь я уже давно не школьник. Этот острый треугольник на одури осточертел. Мы ласки ждем, он ждет, чтоб
жаль обидеть, я так могу вас ненавидеть, великий Аглинский. Руки вверх не забывайте, ребята, хлопать, помогайте. Пронесется над нами, сколько миль за тобой.
море встретится нам. Удивительный остров, где причаливал Флинн, где бывал Робинзон, остров нашей любви, остров тайны вопроса. И на карту тебя, ребят, песню «Люди встречаются». Споем, нет? Давайте хлопнем в такт и споем песню. Все только, все. Давайте, все, я не слышу вас. Поем. Люди встречаются, люди влюбляются. Мне не везет в этом так, что просто беда. Реутов, вас не слышно. Поем. Вот наконец вчера вечером встретил я там, где тревожно гудят, стучат поезда. В свой вагон вошла она, в свой вагон вошла она, улыбнулась из окна. Поезд тронула я вслед. Лишь рукой помахал ей в ответ. Волосы русые, в косы сплетенные, а в глаза небо бездонного си, улыбки весна. Стройная, милая, очень красивая. Стройная, милая девушка. Может быть, где? Может быть, где-то, где-то рядом она. В свой вагон вошла она, улыбнулась из окна, поезд тронул, лишь рукой помахал ей в ответ. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Я вообще, наверное, уже могу уходить, да? Мне не везет в этом так, что просто беда. Что просто беда. Что просто беда. Давай следующую песню. Давай
одну песню споем вместе, а? Песня называется «Мозаика», если кто помнит. От вас требуется, чтобы вы кричали одно... Всего два слова. Еще раз! Да? Чтоб я все время свистит, а? Хлопать! Руки вверх! Из разбившихся зеркал свой корабль снаряжу, дальний путь воспоминания, а потом вам расскажу, что я понял, что узнал, с кем дружил и с кем дружу, как держал я обещание. Поем еще раз, уйти, чтобы вернуться. Вы! Закончить, чтобы начать. Вы! Пусть двери распахнутся еще раз. Понять, простить, принять. Поем! Из смешных и грустных песен, и сегодня я пою, чтоб когда поспеть на месте. Но если простужусь, это даже интересно. Реутов! Я думаю, что можно еще громче крикнуть. Реутов! А если крикнуть так, чтобы в Балашихе слышно было? Реутов! Вас я попрошу их допеть, мне это лестно. Раз, два, три, еще раз. Уйти, чтобы вернуться. Закончить, чтобы начать. Пусть двери распахнутся. Еще раз. Еще раз изо всех сил. Еще раз. Желать вам счастья еще раз, еще раз, чтоб вовремя платили зарплату, еще раз, чтоб вы сегодня не мерзли, было что выпить и чем закусить. Песня называется «Провинциалка». Вот сошла она с первого ночь казанского. Реутов поем, да? Припев вместе будет. Вида, в общем-то, почти партизанского. Жила в городе ее в ателье. Провинциалка, провинциалка, а эскалатор бежит, а эскалатор не ждет. Ступай смелее, провинциалка, сначала страшно, потом пройдет. Hey! Thank you.
искать, что-то рвать. Хочу вас пригласить 3 числа на концерт в Камере Диан. Придете, нет? В Камере Диан 3 октября. Спасибо большое, до свидания. Композитор, ваши аплодисменты. Знаете, сегодня замечательный праздник, и еще по таланту здесь собравшихся людей, и по отборным прекрасным артистам. Если говорить о первых голосах России, то в числе первых можно назвать народную артистку России Ирину Отеву. Добрый вечер, родные мои! Я поздравляю вас с праздником! Как же давно я у вас не была! Как вы тут живете-то без меня, я не знаю вообще. Я поздравляю вас, желаю вам всего самого наилучшего. Я смотрю, сегодня много детей. Немножко подвела погодка, так запахло снежком, да, чуть-чуть. Но ничего, я думаю, что народ, мне сказали, что народ сегодня у нас теплый. Сытый, самое главное, и довольный. Поэтому сейчас я хочу предложить вам такой, знаете, небольшой как бы экскурс в прошлое. Вот многие здесь стоящие, наверное, даже в страшном сне не представляют себе, что могло происходить 65 лет тому назад, да? Вон, молодежь вся улыбается. А между тем... 65 лет тому назад, ровно 65 лет, появилось произведение, которое я сейчас хочу для вас спеть. И делаю это специально, чтобы вы поняли, что хорошая музыка никогда не стареет. Take a rock a beatin' boogie в сопровождении оркестра под управлением Олега Лунстрема. Поехали! Come on, baby, come on! Take a rock, take a beat, take a boogie.
Спасибо. Вы великолепно танцевали. Но как вам 65 лет назад? Вот так-то. Вот в том-то и дело. Еще раз повторюсь. Хорошая музыка всегда хорошая. И вы знаете, мне крупно повезло в этой жизни. Потому что сейчас опять все заулыбаются. Потому что здесь столько молодых, совсем молодых. Но когда я была такая вот приблизительно, как вы, молодая, высокая блондинка, длинноногая, я спела одну великолепную песню, которая на самом деле никакая не песня, а самый что ни на есть настоящий хит. Кто смотрел фильм «Вам и не снилось»? Помните, какая там звучала песня? Так вот, эту песню пела я и пою столько лет уже. Давайте споем ее вместе. Музыка Алексея Рыбникова. Стихи великого Рабиндраната Тагора. Последняя поэма. Поем все. Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с края на край. Прощай. Знаю, когда-нибудь с дальнего берега давнего прошлого ветер весенний ночной принесет тебе вздох от меня. Ты погляди. Крайней жизни твоей. Ты погляди без отчаяния, ты погляди без отчаяния. Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного образа, будто случайного? Примет ли облик безвестного образа, будто случайного? Это не сон, это вся правда моя, это истина.
настоящий суперхор сейчас получился. А главное, как правильно по нотам. Чудно, молодцы. Друзья мои, скажите, пожалуйста, есть ли среди вас в вашем чудном городе, а я вообще знаю, что такое подмосковные города, не понаслышке. Я вас вижу, спасибо. Спасибо большое, вижу. Вижу, чувствую ваше просто дыхание. Я знаю не понаслышке о подмосковных городах, потому что я не знаю, как вы относитесь к подмосковному городу Химки, но я там выросла, вот так-то. Так что я свой буржуинский, да, как говорится. Друзья мои, я думаю, что наше Подмосковье, да в хорошие руки, да, по-настоящему. И можно было бы сделать чудо из чудес, потому что у нас такие богатства, у нас такая красота, у нас такая зелень, леса, реки. Как вы думаете, лет через 10 Реутов и Химки превратятся в чудо-города? Вот это да, вот это я понимаю. А теперь скажите мне, пожалуйста, хотя бы лет через 50 в этой стране, в нашей, хоть кто-нибудь полюбит джаз-рок или нет, а? Слава тебе, Господи! Сейчас будет настоящий джаз-рок! Слабонервных прошу удалиться! Ребятки, давайте покажем, что мы знаем не только блатную музыку, но и великие жанры музыкальной культуры. Итак, оркестр Лунстрома, великий саксофонист Александр Пищиков и джаз-рок. Отыщите эту даму. Come on! Hey! Я знаю все про
стала меня тебе чужой. Я наивна и упряма, хочу узнать, каким ты стал другой. Отыщите эту даму, что случилось у нас? Ребятки, у нас что-то случилось. Кто-то перегрыз провод. Признавайтесь, кто? Кто нам перегрыз? Ты моя золотая. Спасибо, мое солнышко. Я зовут так же, как и вашу дочку. Так же, как и вашу дочку. Меня зовут так же, как и ваша дочь. Тебя тоже зовут Злата? Спасибо, мое солнышко. Поаплодируйте Злате, пожалуйста. Спасибо, солнышко. Спасибо. Я передам обязательно своей дочке, что в городе Реутов есть девочка с таким красивым именем, как у моей дочери Злата. Спасибо. Ну, а у нас тут, судя по всему, все прервалось ненадолго, да? О чем будем разговаривать? Сейчас я перехожу на речевой жанр. Какие проблемы в городе, я все решу в течение 5 минут. Кому нужны квартиры, поднимите руки. Ха-ха! Молодцы. Вот так и нужно. Вот так и нужно впредь жить. Значит, каждый, кто сейчас поднял руку, молодец. Вот это единственное, что я могу сказать. Так, а кому не нужна квартира, поднимите руку. О, тоже есть. Вот, вот, вы видите? Вот в этом все-таки вот есть... Справедливость есть все-таки, когда у человека есть квартира, ему не нужно. Молодцы, тоже хорошо. Скажите, а это правда? Мне сегодня сказали, что каждый второй практически в совершенстве владеет в городе Реутов английским языком. Это правда? А, нет, нет, говорит, неправда, тут мне кричат, половина французским владеют. Ну что ж, здорово, здорово. Друзья мои, вы знаете... Я хотела сейчас... Можно, да, будет? Ага. Сейчас мы попробуем еще одно произведение исполнить. Если, конечно, все получится, потому что что-то случилось со звуком. Но это не беда! Это не беда! Нашу песню не задушишь, не убьешь. Помните, была такая песня? Друзья мои, у нас в России говорят, какая же песня без баяна, да? А вот у нас в наших кругах музыкальных говорят, как... Какая же Отиева без рок-н-ролла? Потому что я пою эту музыку уже много-много-много... Ой, страшно сказать, десятилетий уже. И сейчас мне очень хочется исполнить для вас один из самых-самых-самых лучших рок-н-роллов. Мы работаем ежедневно, без выходных, с утра до позднего вечера. Только у нас индивидуальный подход к каждому клиенту. Наша работа начинается в инженерных и дизайнерских отделах и заканчивается уютной лужайкой вокруг дома. Мы не претендуем на исключительность, но строим мы жилье очень хорошего качества. Жилье, построенное нашей фирмой, не зажато рамками типовых стандартов. Мы работаем сегодня, чтобы обеспечить ваше уютное завтра. Мы работаем с каждым клиентом от звонка в наш офис до ключа дверей его квартиры. Наша цель – строить жилье быстро, на уровне современных требований для всех социальных групп. Теперь все нормально, берите наше жилье, не ошибитесь. Строительная компания «Центр Строй». It's a long, long time, Jim. My baby's been gone. Ну, что делать-то, я не знаю вообще. Ну что, ребята, дорогие мои, друзья мои. Ну, давайте попробуем еще попытка будет, как говорил Иосиф Виссарионович, поп.
питка, а не питка. Попробуем еще раз. Ну, если получится, конечно. Что-то со звуком, да, ну бывает. А что вы думали? Дождь лил целый день. Где-то вода попала, и все. И вот сейчас замыкание. Слушайте, у вас говорят, сегодня будет фейерверк. Так мы до фейерверка не дотянем, если через каждые 2 минуты у нас будет все выключаться. А вы так здорово начали танцевать ракешник. Я там 2 ребят заметила. Просто супер танцевали. По-настоящему, видимо, учились, да? Ну что, попробуем? Ну поехали еще раз. Канзас-Сити, попытка 9. У кого есть оружие? Есть с собой оружие? Пристрелите меня, чтоб не мучилась. Шутка. Поехали. Ну! Ah, Kansas City, where I got my baby's home. Yeah, yeah. I got Kansas City, where I got my baby's home. Yeah, yeah. Проверьте.
Включайте микрофоны. Ну, я не знаю, как выступать против Осевы с таким голосом, с таким темпераментом, не знаю, право, но группа Риутовская «Гольфстрим» приветствует вас. Привет, Риутов! Как у вас настроение? Сейчас вольный вам там заработают, клавиши включат. Сейчас клавиши включат только, ага. Раз, два, три. Пожалуйста, клавиши включите. Народ требует клавиши. И сейчас будет рок-н-ролл, ребята, на самом деле. Надо согреться, братцы. Пора уже согреться, да? Пора согреться! Пора согреться! Нету клавиш. Один, два, три, четыре. Ребят, ну клавиш нет, но мы не можем. Хотя мы можем, конечно. Есть клавиши. Есть клавиши, ребята. Есть клавиши. Все нормально. Праздник удался, ребята! Good morning, вперед! Всех с праздником! Got the motion, oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning all the night time into the day. He do the sun about the sweet loving woman. He do the sun about the night. He do the walk, yeah, he do the walk of life. He do the walk of life. Tell you the story, hand me down my walking shoes. He comes on you with the power and the glory. Backbeat, the talking blues. He got the action, he got the motion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning all the night time into the day. He do the sun about the sweet loving woman. He do the sun about the night. He do the walk, he do the walk of life. Yeah, he do the walk of life. He comes on, you see, all this gold is. We baba lula, baby, what I see. He comes on, you see, to make it pay. He got the action, he got the motion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning all the night time into the day. And after all the violence and double dog, he's just a son in the trouble and the strife. You do the walk, yeah, you do the walk of life. You do the walk of life. Спасибо, родные, с днем города!
Одна просьба к оператору. Можно голос монитору чуть погромче дать? И клавиши тоже чуть погромче. Это просьба к оператору, не к вам, ребята. Вам да, только просьба веселиться. Да, вам большое спасибо, на самом деле. Что-то я не понял, я спасибо сказал. Реутов, праздник у нас или нет? Не слышно! Еще ничего, давайте еще разок. О, молодцы! Еще раз! Ну, он услышал, ребят, он услышал. Lady Madonna, children at your feet, wonder how you manage to make ends meet. Who find the money when you pay the rent? Why the amount of money for heaven's sake? Bright at night, the rise of that suitcase. Money's all you need, heaven's all. Heaven's all in love to tie his bootlace. See, I'm in love. Lady Madonna, children at your breast. Wonder how you manage to feed the rest. Что вы так замерзли, что ли? Нет, надо танцевать. Тут Ира Отева только что, которая ушла. То есть, она же сказала, что ну все это... Вот это надо танцевать, не только блатная музыка должна быть, правильно? Ребят, давайте согреваться! Вперед, господа! Gonna knock on the blues. Seen it over here. Yeah, see, see, I'm gonna blues.
and not in the loop. Well, he hopped to the rockin', down by the knockin', hopped to the rockin', down by the knockin', hopped to the rockin', down by the Johnny. I said he hopped to the rockin', down by the Johnny. Well, it's a one for the money, two for the show. You get a ride out of the go-cat, go, but don't step on a blue that shoe. Uh-huh. Well, you can do anything but step my blue that shoe. They're knocking me down, step my face. Say my name all on the place. Do you think what you're gonna do? About the honey holiday on my shoes, but don't step on a blue that shoe. Uh-huh. Well, you can do anything but step. Ребят, ничего не слышно. Слова очень простые. Blue sweat shoe. Blue that shoe. Oh, blue, blue. Blue that shoe. Oh, blue, blue. Blue that shoe. Where can you do anything but not step my blue that shoe. Сейчас Макс подскажет. Blue that shoe. Знаешь так, слова очень простые. Blue sweat shoe. Blue that shoe. Where can you do anything but not step my blue that shoe. Раз, два, три, четыре. Ребят, ничего не слышно. Ничего не слышно, ребят. Полная лажа, ничего не слышно. Ясно. Мы другую песню вместе споем, ага? Не, нифига, мы эту песню споем. Нет, мы ее споем мы вместе. Мы ее все-таки споем, ребят. Мы ее втроем споем, поехали. Раз, два, три, четыре. Blue, 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 blue,
А сейчас, видимо, мы вставим такую песню, которую все знают. Ну, абсолютно 100%. Все. Она потому что на нашем языке, на русском. Просьба поддержать. Меня. По возможности и нас тоже. Я даже ноту забыл. А не спеть ли мне песню? Ну! О любви! А не выдумать ли новый жанр по-попсовый мотив? И стихи, и всю жизнь получать гонорар. А сейчас пора спать! Ну это шутка, естественно, спать никто сейчас не будет. Сейчас будем веселиться, господа. Ну что, всем девчонкам сейчас прозвучит одна веселенькая песенка. Yes, you can leave your hat on.
know the light, know all the light. Come back here, stand on this chair. Yeah, that's right. Raise your hands up to the air. No shake on. You give me reason to live. 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 Sweet darling, you can leave your head on. You can leave. Minds are talking, trying to tears apart. You слышу? They don't believe in this love of mine. They don't know I love you. They don't know what love is. They don't know. Уже лучше, гораздо лучше. Спасибо, ребят. Друзья, ну подержите, ну, пожалуйста. Ну. Это слабоват, слабоват. Давайте еще разок попробуем, ну. Ну как вы умеете поддерживать, ну? Вот, классно. Давай, давай, подружнее, господа. Сейчас будет песня всех времен и народов. Ну что, в общем-то, с вами сегодня группа «Гольфстрим», да? Вечерком закрывает все это дело. Вот наш гитарист новый — это Серега. Басист — это Игорек. Барабанщик — это тоже Серега. Ну и я, клавишник — Макс! A silver flag, the summit of beauty and love, and Venus was her name. She's got it, yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, and your desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire, and your desire. Crystallize, making every man mad. Back in the dark night, she was one of no else had. Wow, she's got it. Yeah, baby, she's got it.
народов! Сегодня с вами была группа Goldstream. Мы с удовольствием представляем вам своих коллег. Это Сергей Кельдюшов. Приветствуйте его! Гитарист Сергей Кельдюшов! Спасибо, ребят! Серега, сделай что-нибудь такое для ребят, а? А он может, кстати. Попросим, а? Не, плохо просит, он не сыграет. Завязываю. Дай Игорьку поиграть. Наш басист Игорь Усольцев. Ну давайте будем его встречать, там, я не знаю, как-нибудь там похлопаем, что ли, поддержим человека. Он сейчас тоже сыграет что-нибудь там, если захочет. Максим Дворников, прошу любить и жаловать, это наш красавчик. Долгожитель Реутова.
Ну, сейчас барабанщик сыграет соло. Это Серега Малеев. Прошу любить и жаловать. Тишина! Самый большой барабанщик. И самый лучший.